Друзья, всем привет! С вами Санёк. Вот такая батарея разных всяких всевозможных. Но суть не в этом. Видос будет про вот эти, друзья, вот эти коротышики. Это тоже полуоси. Вот такого размера. Если вот это на 70 колею, вот так вот поставить, да, если это на 70, то это я не знаю. Вот, как-то так. Друзья, ну, в общем, интересный такой заказ. Ну, 70-90, это уже 100 раз видели. А вот такие вы видели полуоси? Вот заказали. Размер, чтобы вы понимали, вон. Вот так, возьмите, разведите ладошку. Вот размер всей полуоси. Вот одна, вот другая. Ну, вы знаете, как я меряю, да? Я меряю от подшипника до края от шлицов. Вот здесь 135 мм, либо 13,5 сантиметров. Подшипников нет. Это человеку я отправлю их абсолютно бесплатно, просто так. Потому что я не знаю таких полосей, и еще мне никогда не заказывали. Да и ситуация там совсем интересная. Вот, сейчас расскажу. У человека есть свой канал, называется Лук ТВ. Ссылочку я оставлю там в закрепленном комментарии. Вот, на канал. В двух словах, обратился человек ко мне в Телеграм, говорит: Саня, сделай что-нибудь такое. Говорю: ну, вопросов нет. Размер. Он мне говорит: 135. Я говорю: чего 135? Я что, привык вот к этим габаритам. Говорит: размер от подшипника до сюда. Говорю: а почему? А зачем такой маленький? А почему так? Ну, разговорились. Говорит, он... Говорит, у меня канал есть, посмотри, там покупка трактора, поломки. И потом в хронологическом порядке поломки посмотрите. В общем, решил ему забабахать. Говорю: Миша, я тебе сделаю бесплатно, заодно испытаешь. Вот, просверлено насквозь. Местный токарь ему делал. Где-то вот тут скриншотик. Он рисовал, как ему делали, ну, не знаю, то ли товарищ, то ли спец, просверливали немножечко, вот, то ли протачивали, то ли просверливали, я не знаю, там совсем чуточку, со стороны полуоси также чуточку, ну, скорее всего, для центровки там, забивалась вот на столечко, потом приваривалась, вот, и все равно ее сворачивала. Здесь я обе сверланул насквозь. Длина получается у меня от края вот, до вот этого, до самого края 121 миллиметр. Вот. Здесь засажено больше, чем вот здесь торчит. Вот здесь вот отсюда до сюда 90, а вот отсюда до сюда 121. Вот, такая, вот такой коротышек. Так и отправлю без подшипников. Дареному коню, как говорится, в зубы не смотрят. Я думаю, поставят сам подшипники, кольца. Вот. И сам их проварит. Либо с двух сторон, здесь и здесь, либо с одной стороны, либо вообще может не варить. Вот. Так и оставить. Заодно и проверит способ этот, потому что у меня нет этой возможности. Хотя я варю с двух сторон, полуавтоматом, и с этой стороны в станке, с той стороны уже на верстаке. Вот, ну не знаю, это я сразу предупреждаю, что обвариваю с двух сторон. Если хотите, могу вообще не обваривать. Сами будете заниматься. Ну, доверяют. Поэтому где делают, и так и делаю. Вот поломки, и все это в снегу, все это в мороз. И вот мне
Настолько вот у человека терпение, вот это все. А чтобы добраться до полуоси, вот человеку пришлось даже снимать редуктор, потому что там шлицевая осталась. И чтобы добраться, снять редуктор, надо было разобрать весь трактор полностью зимой. Ужас. Ладно, друзья, вот такая вот история. Это я их сделал, помните, привозил мне человек поломанные полуоси. Там, где разные редуктора стоят на тракторе, там колеса неправильно подобраны, короче, наката нет, ломало полуоси. Ну, я ему сделал вот таким вот способом, и привода там новые тоже сделал. Ну, пока вроде ездит, звонил там, говорит, еще пока не поломалось. Ну, не знаю, блин, я ему обещал посчитать передаточные, это до сих пор не посчитал. Ну, тем не менее, пока работает. Вот, как-то так. Так что сейчас вот эту часть собираю, мосты, он наточено тоже все это отправляю, и следующая партия у меня заношу и занимаюсь следующей партией, уже последней, можно сказать, партией, вот, которую я обещал сделать вот таким вот способом. Вот, как-то так. Блин, я на них смотрю вообще, я не знаю. Ладно, друзья, всем пока, с вами был Санёк. Скоро увидимся.